Всем привет, меня зовут Виктор, а это Control. Решил пройти сегодня без видоса. Ой, так уж получилось, что я тут маленечко побегал, забыл включить запись. Короче, раздобыл я черный камень и вернулся сейчас в центральное отдело. Ну, собственно говоря, вот с центрального отдела мы и продолжим. Пришлось сделать крюк в карьер, но я нашла то, что нужно, и немало. Вот. Мы немедленно возобновим производство рук. Я обещал рассказать нам о Дилане, когда вы поможете нам. Вот она. Она знает. Я ждала этого 17 лет. Ваш брат находится здесь. Раньше мы называли его идеальным кандидатом номер 6, кадровое название И-6. Он находится здесь в происшествии в ординариуме. Его готовили на должность директора. Он обладал талантами, далеко превосходящими талантами других кандидатов. Ну, конечно. Мы нашли тебя вместе. Мы делим эту ношу. Ты с ним сейчас? Значит, вы похитили его? Мы забрали его. Ваши родители пропали, как и все остальные в ординариуме. Со временем его сила изменила его. Погибли люди. Он оказался непригодным для поста директора. Ты знала об этом? Поэтому ты не приводила. Ты хотела меня уберечь. Где сейчас Дилан? Его держат в секторе содержания, Сепактикуме. Мой брат? Я думала, мы с ним одинаковы. А если так и есть? Мне уже нужно идти. Сейчас. Я так думала. Нужно проверить кое-что. Что-то Исов ни в коем... Это будет недолго, но вы должны посмотреть за бюро, пока меня не будет. И помнить, Дилан опасен. Не выпускайте его, директор Фейден. Как ее заставить называть меня директором? Я здесь не для этого. Все это непросто. Эти люди забрали моего брата, но приняли меня без вопросов. Они мои враги или мои друзья? Хороший вопрос. Надо найти Дилана. Мне нужно знать. Жаль, что ты не можешь рассказать мне все, что знаешь. Просто оставь со мной, ладно? Дружеская помощь мне не помешает. Виста. Зона соприкосновения. Мой брат-хранитель. Найти Дилана. Сказали же, не суйся. Нет, надо найти Дилана. Так, что это такое? Это я могу, по-моему, оружие же улучшать, да? Способности 7. Плюс 50% к урону от метания. А ну, давай. Так, подожди, граната. А, врагов можно будет метать. Ну-ка. Чудесно. Ячейка дополнительного персонального мода разблокирована. Хорошо. Так. Давай. Тебя возьмем. Астральные конструкторы. Форма оружия. Так. Улучшить хватку. Сконструировать кумулятив. Что ты будешь делать?
Стабельного оружия. Ну давай сконструируем. Улучшить хватку. Так, вращение. Подожди. А вращение? У меня же вращение вроде есть. Или нет? Хватка, осколки, да? А вот кумулятив вращения. Так, кумулятив. Точность. Урон после убийства. Урон при попадании в голову. Масштабировать. Вращение. Прибавка урона. Урон после убийства. Урон при попадании в голову. Точность. Точность. Так, точность 16, точность 13. Разбираем. Темп огня плюс 26%. Хватка. Ну-ка, у хватки есть что-нибудь? Так, тут у меня здоровье 24. Здоровье 20, а есть за каждый найденный комплект. Типа будем здоровье лучше. Так, ухватки я могу два этих поставить. Лечение точности. Урон после убийства. И урон по вражеской броне. Так, теперь... Так, подожди, нам надо теперь... Куда нам теперь надо? Исследование. А где Дилан? Как вот мне тебя найти? Где ты прячешься, Дилан? А, нет, не так. Вот так. Хотя нет. Надо вот так, миссии. Не следить, найти Дилана. А где инструктажи? Сектор содержания, чтобы найти паноптикум, в котором содержат Дилана. Сектор содержания. Сектор содержания. Так, ладно, по-моему, на лифте, да, в него мы сможем попасть. Угу, точно, на лифте. Так, сейчас мы оружие попробуем новое. Я ж не зря там его что-то улучшал, химичил там с ним. Что-то я там с ним делал. Не просто так же. Надо сейчас его будет проверить.
Так, это... Это вот так вот, да? То есть это типа оружие без права на ошибку. Что я, блядь, запутался. Оно бы как-то отражалось, а то непонятно, какое оружие теперь. Только по прицелу. А, я могу только... Два оружия использовать, да? Кумулятив и хватка. Так, подожди, кумулятив. Осколки, вращение. Так, окей. Хватка. Так, ну-ка, подожди, давай мы тогда возьмем не вращение, а вращение как бы так себе. А вот кумулятив и осколки возьмем.
Кумулятив и осколки. Убегает скотина. Отдел логистики. Блин, я надеюсь, мы не будем. А, вот, Wall of Honor.
Мощное оружие, мощное прям. Так, моща и прет. Удаленная мысль. Что за материалы-то такие? Удаленная мысль. Что это за? Нормальная штука-то прям. Кумулятив-то там прям. Оу-оу-оу. Шмаляй, будь здоров, прям. А вот здесь что-то уже прям это начинает жутковато становиться. Так, пока подожди. Для ближнего боя надо взять тебя. Что у нас тут? Энтропическое эхо. Ну это чтобы улучшать оружие. Что за вопли тут, блядь, кто? Шестой уровень. Рано нам туда еще, маленькие мы. Для шестого уровня, вот так. Подрасти надо. Че, проектор нашли? Олдерс Хаус. А где прожектор? А, вон он. Очень интересно, но непонятно.
И6, так бюро называет Дилана. П6 цел. И что? И ИСы добрались до него. У тебя есть на защиту? Ты можешь его защитить? Куда? Он туда? И6. Подожди, или не сюда? А, я отсюда пришел. Как туда пройти? Так, а здесь я был? Опять не отражается нихуя. Это что-то вот это вот момент, как бы, знаешь, ну, что-то в Silent Hill'е похожее, подобное там. Типа. Там каждый раз что-то круг делаешь, и дырка там в стене больше становилась. Все. То есть нам надо было картину развернуть. Да, блять, какого? Подожди, тут опять что ли настройки этой? Предустановка. Детализация. Высокая, но. В чем проблема, я не понимаю. То есть сейчас вот она нормально. А в первой комнате же не было ни хера. То есть я там картинку повернул и все, да? И сработало. Прошло много времени с тех, как мы видели сделано. Я думала о нем. Каким человеком он вырос? Была ли его жизнь такой же тяжелой, как моя? Возможно, мурлыкает оперную. О! Мурлыкает оперную арию. О, приветствую. Я могу вам как-то помочь? Я Джесси, новый директор. Мне нужно войти внутрь. Новый директор? Ну, да, хорошо. Я Фредерик Лэнстон, руководитель Панактикума. Сейчас не лучшее время для экскурсии. Здесь повсюду ИСы, многие камеры оказались открыты, но тут, то там обстоят системы. Новый директор, так что добро пожаловать. Панактикум был основан Закарием Тренчем, является сверхсовременным хранилищем. У нас нет на это времени. Фейдена, поможете его найти? Фейден? Конечно. Дарлин хотел, чтобы его держали под надежной охраной и подальше от людей. Он в одной из камер с усиленной защитой. У нас проблема, требующая безотлагательного решения, мадам. Один из приносил телевизор Бенников. Это нечто. Сальвадор взял с собой команду, чтобы разобраться с этим, но прошло много часов.
Он относится к пятой категории предметов силы. Если мы вскоре не изолируем его, он разнесет по Нокторегрим. А к нам ни к чему все измененные предметы. Понимаете? Дело внутри. Откройте дверь, Лэнгстон. Я справлюсь. Но если вы настаиваете... Обычно я говорю тем, кто посещает нас впервые, что плечо не трогай, но... Прошу. И, пожалуйста, зовите меня Фред. Спасибо, Лэнгстон. Четвертый этаж. Подчинить предмет силы телевизора Беннетов. Четвертый этаж. Паноптикум. Так, подожди. И что, мне куда, вниз надо спускаться или что? Непонятно. Ебать, тут лабиринты. Ну, так, четвертый этаж. Ну, погнали. Что-то пошло не так с планом бюро сделать дело на следующим директором. Маршалл представил это все так, будто это вина дело. Но какая в этом доля правды? Не думаю, что она расскажет.
Пошли искать телек, да? Сейчас, погоди. Что вы здесь делаете? О, слава богу. Кто-то должен постоянно наблюдать за этим предметом, иначе он отклоняется. Мои сменщики не появились. Поможете мне? Я не могу, извинить. Возникла чрезвычайная ситуация. Я вернусь, обещаю. Ладно. Не забудьте. Я не могу и дальше пялиться на это. Дежурство у холодильника. Дежурство холодильника. Помочь агенту в камере Панториум после обнаружения дела на 4-й этаж. Окей. Убили агента, что ли? Не успел я ее спасти. Я же забыл, что я их швырять могу. Это предмет силы. Нужно его очистить. Чего происходит? Давай, давай, полетели, да? Опа, да. Че, мы сейчас с тобой еще драться будем? Очистить телевизор. Так я его очистил или чё?
Эта штука какая-то была, Сальвадор. Так, значит, телевизор. Еще один свикнувшийся предмет силы. Используйте телевизор, няню. Левитация, супергерой над препятствием. Охрененно. Новость, ориентировка. Вернулся в паноптикум и найти Дилана. Победил всех. Блин, еще что ли тут какие-то жуки колхозные?
Не попадает. А где здесь? Стой, здесь же где-то лифт был, да? Так, быстрое перемещение. Вход. Телевизор уже в коробке. Никакой спешки или еще что-нибудь. Это просто, знаете ли, постоянная проблема. Вам нравится работать в ФБК? Я имею в виду, да, драм здесь хватает, но тут больше льгот, чем почтовой службы. Я проверял. Медицина, все такое. Это не означает то, что мне нравится. Я здесь уже более 15 лет, никто не знает коллекцию паноптиков лучше меня. Я... В некотором роде близок с ним. Не могу сказать, жутко здесь или нормально. В чем разница между предносилой и измененными предметами? Думайте о них как о штормах. Предмет силы подобен тропическим циклонам или ураганам для необразованных. Они огромны, редки и страшны. Конечно, директоры способны объединять предметы силы и становиться центром урагана. Изменения предмета больше похожи на странные грозовые ливни. Некоторые могут проливать лягушек, другие кукурузу, но все, что они что-то проливают. Каким образом миссы влияют на все это? Они изменяют их, делая агрессивными. Теперь они все проливают ножи. Ливень ножей. Отличная метафора. Вы, ребята, не принесли с собой шашки, что такое? Я буду здесь. Четвертый этаж. Я разогнался быстро. Я-то думал, боеприпасы пополняются. Написано, что не пополняются при переключении.
Боже, может, мне как-то надо там теперь слевитировать. Вон туда надо как-то залевитировать. Персональные моды заполнены. Понятно. Белый лебедь. Дилан. Он так близко. И... Одна закрылась, другая открылась. Вы меня слышите? Да. Нет, это не Джесси. Это не Джесси. Это другой. Или пожили, я Джесси. Джесси, вы тут? Эмили? Он пропал. Дилана тут нет. Похоже, он сбежал. А может, он столкнулся с Эйсами, я не знаю. Джесси, Джесси. Дилан здесь, у нас. Только что пришел. Только что пришел. Говорит, что сдается. Он заражен Эйсами, но не так, как другие. Его надо изолировать. Уже иду. Лицо врага. Мой брат-хранитель. Твой нам сюда или нет?
А сюда, здесь куда? Подожди, куда идем-то, ёптать? Куда идем с пятачком, да? Большой-большой секрет. Зачем нам сюда наверх? Мне просто нужно в обратку вернуться и все. Куда? Подожди, тут же где-то был этот. А, лифт вон он, да? Лифт вон. Не получается. А вот. Так, быстрое перемещение. Куда надо-то? Конференц-зал. А, конференц-зал это в центральном отделе. Комната переговорная. Бадрум. Где Дилан, сучка? Неужели это не сон? Че, столько лет нашла Дилана? Но может слишком поздно? Как он? Я должна это узнать. Совершенно очевидно, что он под воздействием Мисса, но при этом отличается от тех проявлений, которые нам встречались. Возможно, все дело в ваших генах. Он был когда-то кандидатом на тест директора. Может быть, это поляр защищает его или еще что-то, о чем мы не знаем. Мне нужно провести ряд тестов. Похоже, он в большой степени контролирует себя. И в большей степени. Я хочу видеть его. Мой брат. Но так ли это? Конечно. Маршал установил для него камеры, рук защиты. На верхнем этаже и вверх по лестнице. Хорошо, мне пора идти. Осторожно, Джесси. Не думаю, что рассказывал вам об этом, но я собирался стать рейнджером. Прошел подготовку. И даже... Во всяком случае, не в этом суть. Моя старая команда рейнджеров была здесь.
Шестеро плюс я. И Томпсон. Мы запланировали пиво. Проблема в том, что их не было, когда Дарлинг раздавал руку. У них не было ничего, что защищало бы от Эйса. Знаете, они готовятся к худшему, но думаю, что дела обстоят еще хуже. Мы все носили такие маленькие подсумки на шеях. Я не хочу, чтобы Эйса заполучили их. Отряд должен был вернуться через сектор обслуживания, но они, вероятно, разошлись. Я буду осмотреть оба, Ириш. И я не дам им быть Эйсами. Мне пора. Так, на управление, центральный отдел. На верхнем этаже управление, центральный отдел. То есть это здесь где-то или что? Блин, как же тут запутано все. Это просто что-то с чем-то. А, желтая. Мод. Эффективность группирования. Здесь. Так, здесь что есть у вас? Оружие улучшать пригодится. Где ты ее? Ну вот где вот этот, вот как вот найти этот, сука, верхний этаж, ёптать. А? Каким? Я просто вернулся в исполнительский отдел. И здесь висит новогодний подарок. Поговорите с Диланом. Может, на лифте как-то подняться можно будет. Ну нет, тоже не дает.
Я что-то не понимаю. Вообще не понимаю. Куда? Сюда? На верхнем этаже управление. Управление, центральный отдел. А, подожди, отдел. Поставить пластинку. Я нашла жетон. Знаете, что он делает? Это жетон для музыкального автомата. Они появляются в самых странных местах. Рейнджер использует их для активации старого предмета силы. Музыкальный автомат, да? Есть хорошие песни? Нет, только одна запись. Будь осторожны при включении. Когда он играет, у вас есть шанс на путешествие в структуру. Это звучит зловеще. Зачем тогда отправляться? Бюро интересовалось этим на протяжении многих лет. Это просто груда камней, построена непонятно кем. Находится на этой же зоне соприкосновения, что и карьера, но ни одна экспедиция так и не нашла. Значит, она в карьере. Но вы не знаете где. Пожалуй. Сейчас мы отправляем экспедиции лишь раз в год. Сальвадор называет их проникновением. Теперь, когда я думаю об этом, я могу войти и посмотреть. Я был бы рад. Музыкальный цехоход находится рядом с будкой. Просто вставьте жетон и получите свою порцию адреналина. Как бюро обращается с зонами соприкосновения? Общаться можете... к слову. Чем-то просто выявление эпицентров, отбор образцов, то есть в основном для изменений. Похоже, он хорошо подготовился. Внизу сектор обнаружен зона соприкосновения с пулей так же, как и любой другой. Белый халат, а добывать черный камень в одной зоне сектора обслуживания тянет воду из другого. Мы используем ее почти для всех нужд, кроме питья. Почему не пьете? Разве я хочу знать? Мы часто находим там маленькие кусочки чего-то. Это просто ужасно. И я не хотела знать. Мне пора. Вы единственный человек. Управление центральный отдел. Управление. Так, отдел. Управление центральный отдел. Блять, а где этот автомат-то музыкальный?
Позапрятались везде, суки. Блин, ну я что-то реально, я... Заблудился тут, ёптать. Все поразнесли уже здесь. Где этот же музыкальный автомат? Не, ну вот звук же он неспроста откуда-то исходит. Да? Там же должно что-то. А вот он ты. Хебать. Нашел. Черт. Это Дилан. Ты меня слышишь? Ну же, Дилан. Я здесь. Я нашла тебя. Ты знаешь, кто я? Ты знаешь меня? Скажи же. Ты сестра Дилана Фейдена. Он говорит о себе в третьем лице. Всегда хороший знак. Ты знаешь, кто ты? Не Дилан. Тренч и Дарлинг сделали все для этого. Я И-6. Но теперь мне лучше. Исы сделали меня лучше. Продам дотянуться внутрь. Продави поверхность. Ты всегда был новым собой. Ты хочешь, чтобы это было правдой? Пожалуйста. Не так и представляла нашу встречу. Мне нравится говорить это. Я хочу произносить эти слова. Они благозвучные. Мне от них хорошо. А ты разве не хочешь тоже? Нет. Твою мать, нет. Ты должна помочь мне вытащить. Если хоть отлично сделано, ты должна помочь мне. Если хочется... Да, вы... Ты пришел через проход в тебе самом. Мы впустили тебя. Ты всегда был там единственный ребенок. Копии. Апельсиновая куртка. Черт. Он видит тебя. Это небезопасно. Мы нашли Поларис вместе с сестрой, когда были еще совсем детьми. Там, в ординариуме, в пустыне, через дверь, открытую диапроектором. Но когда Трин забрал меня, она не помогла.
Она не наделила меня никакими силами. У меня лишь собственная сила. Она не помогла, когда меня заперли на долгие годы. После песни время аплодисментов. Мы строим тебя, пока не останется ничего. Яйцо дает трещину, и из тебя выходит правда. Ты есть дом. Вместе со мной бюро захватило сюда и диапроектор. И потом бюро сделало то, что всегда делает. Использовало его. И они нашли. Они открыли дверь для Иисов. И это единственное, за что им благодарен. Вот. Вот оно. Когда отключили диапроектор. А теперь проектор тут. Навязчивый мотив, который никак не выходит из головы. Да, детка, тут-тут. Просто пластик. Он безопасный, ни о чем переживать. Ха, забавно. Я сделал шаг навстречу Иисам. И впустил их, чтобы избавиться от нее. Иисы освободили меня. Полярис использует тебя. Бюро использует тебя. Ты марионетка. Ты почти слышишь нас, но забываешь об этом. Если отключить диапроектор, то можешь шанс, что он стоит Иисы. Ты дал нам власть над тобой. Может быть, для моего брата еще не все потеряно? Да. Собственные глаза. Ужасную правду. Иисы лучший выбор. Сходи в программу подбора идеального кандидата в сектор содержания. У меня есть ключ-карта, чтобы пройти туда. Сальвадор хотел, чтобы она была мне. Хотел? Чушь. Я видел, во что есть превратили Сальвадора. Видел, чем он стал. Хорошо, Дилан. Я схожу. Я хочу видеть правду своими глазами. Я пойду туда только для того, чтобы найти диапроектор. Ты поможешь мне в этом. И покончим с этим. Не знаю, что еще я надеюсь здесь найти. Дилан. Карту-то дай. Можем поговорить. Я хочу сказать тебе сон, который приснился мне прошлой ночью. Хорошее начало. Ладно. Слушаю. Я был в Динариуме до всех этих событий. Но в этом сне был один. Там был только я. Я был единственным ребенком. Девочкой. Меня звали Джесси Дилан Фейден. А затем появилось бюро и поймало меня, притащило сюда, заперло меня здесь. Ты когда-нибудь замечала, что наши имена Джесси, Дилан могли быть имена девочек, именами мальчиков, кого угодно? Ты не считаешь это странным? Я считаю. Конечно. Что это, черт побери? Он издевается? Так, ладно, с Диланом мы поговорили. А жетон-то где мне использовать? Так, это нет. Это вообще радио. Где тут у вас музыкальный автомат? А? Люди. Здесь у вас музыкальный автомат находится. Ебать, тут стикеров-то разбросано. Это ж надо было кому-то загеморроить с этими стикерами.
Музыкальный автомат. Я, по-моему, отсюда пришел, да? Или приходил отсюда. Я, блядь, почему? Что с графикой? Почему она средняя? Высокая вот эта вот. Почему он не успевает прогрузиться? Что за глюк какой-то непонятный глюк какой-то. Не, ну тут явно туалет-то музыкального автомата быть не может. Да где ты сраный цен у автомата, ёптать? Я уже, блядь, тут вокруг все оббежал. Чё за бред-то? Да не пизди там. Это ты? Начальник службы безопасности. Ага. А вот здесь что ли ты? А вот он ты. О, наконец-то я тебя нашел. Жетон. Чтобы заработать уникальные моды, пройдите экспедиции в бета-кар карьере. Достигайте каждой из четырех целей. Структура будет отодвигаться, открывая спрятанные за ней награды. Ну, давай. Начать экспедицию. Что-то необычненькое. Давай посмотрим. Какие-то редкие награды можно получить. Что там за редкие награды? Структура. Что надо делать?
Так, а какой здесь материал является зараженный ИИСами? Нет. Вот это вот зараженный ИИСами материал или нет? А вон еще я вижу.
Так, ну первый же я зачистил, все один получается. Еще три осталось.
То есть все заново, да, блять? Подожди, вон первая тарелка. Хуйня какая-то, короче. А, то есть она, ее тело лежит, зачищает тарелку. Вот я сейчас одну пройду и посмотрю вообще, что там за награды дадут. Что там какую-то залупень дадут полную. И все там, да? А я тут, блядь, рву жопу. Чё так мало хилищих этих? Так, стой, я же тут тарелку вот эту зачищал. Или нет? Да. А, вот еще одна.
Получить данные о потерянных образцах. А как мне получить? А вот. Все. Уничтожить волны ИИСов. Конечно. Почему бы нет? Так, надо что-то помощнее как-то. Орудие. Или оружие. А, пиздец, блядь. Забросали этими. Блядь, а я отказаться могу от этой хуеты?
Не могу. Сука, 5 минут. Сейчас. Не, ну с первой этой попытки вообще нормально прошло. Может, просто рано? Ну что, эти же мудаки-то. Седьмого уровня. Забрать биометрический журнал у погибших рейнджеров. Бали, короче. Так я отказаться от этого испытания не могу. Я бы попробовал другие. Если... За 3 минуты я этих 2 испытания не пройду. Я просто эти сейчас все, то что нафармил эти, там, жетоны или что там это у меня, все потеряю. Сольюсь там.
Же обратно, я может я просто могу обратно уйти и все? Я могу обратно уйти? Или этого нельзя тут сделать? Или тут вообще не пойми, что такое? Структура, да? Хер пойми, что это такое. Всё, заканчивается времечко. Провалено. Успешно провалена миссия. Так, давай мы. Возле лифта вон туда, значит, проигрыватель этот сраный стоит. Способности. Так, что я могу? Удерживайте и метайте до трех объектов. Теперь энергия восстанавливается во время удержания объектов для метания. А это что такое левитация? О, прикольно, да? Понятненько, ладно. В общем, я предлагаю на сегодня на этом закончить. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.